Депутат Мособлдумы Лариса Лазутина провела прием населения в общественной приемной партии «Единая Россия» в Одинцове. Среди вопросов, с которыми обращались граждане, были определение ребенка в первый класс общеобразовательной школы, прием заявлений на зачисление детей стартовал 1 февраля, а также реализация губернаторского проекта для старшего поколения «Активное долголетие». Жители округа интересуются мероприятиями и занятиями, которые проводятся в рамках проекта.